С новым мобильным приложением вы можете быстро и удобно совершать платежи, проверять остаток счета, а также отправлять запросы платежей другим пользователям приложения. Приложение доступно для пользователей смартфонов Android и iOS, и его можно скачать в магазинах Google Play или App Store. Когда приложение скачано, вам нужно авторизоваться, так же, как в интернет-банке. Укажите номер вашего мобильного телефона, и вы получите SMS с кодом подтверждения для завершения регистрации. В дальнейшем, для подключения к приложению, вы будете использовать выбранный вами четырехзначный пин-код. Подключившись к приложению, вы увидите остаток своего расчетного счета. Нажмите на него, чтобы посмотреть историю сделок. Если хотите совершить платеж, выберите из списка контактов вашего смартфона имя пользователя мобильного приложения и введите нужную сумму. Чтобы перевести деньги человеку, который не пользуется приложением, нажмите «Совершить платеж», выберите «На счет», заполните необходимую информацию и укажите сумму. Чтобы запросить перевод денег, выберите имя из списка пользователей приложения в разделе «Запросить платеж», введите необходимую сумму и подтвердите запрос. В своем приложении вы увидите все запросы платежей, адресованные вам. Выполнить их вы сможете совсем просто. Платежи до 30 евро можно совершать без дополнительной авторизации. Используйте мобильное приложение SEP и откройте для себя новые возможности для удобных и быстрых платежей.